Приморский край впервые принял участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Ее идея состоит в единовременном массовом обливании холодной водой в цветах государственного флага России по всей территории страны вне зависимости от часового пояса. Здоровое, сильное поколение сегодня – это залог нашего будущего завтра, залог нашего крепкого, сильного, мощного государства. Во Владивостоке участниками акции стали 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Макарова и военнослужащие Тихоокеанского флота. Несмотря на холодную и ветреную февральскую погоду, они по команде одновременно окатили себя холодной водой из белых, синих и красных ведер. Приморский край вместе с дальневосточными соседями Сахалином, Хабаровским краем и Забайкальем передал эстафету акции далее в Сибирь и западные регионы страны. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.